Добрый день, это видеообзор дрели от компании Intertool. Так она у нас выглядит. Ей уже 2 года. Посверлила она много металла. Когда она покупалась, она стоила очень смешных денег. Я думал, ее хватит буквально на 2 недели. Потому что мне казалось, что за такую сумму хорошую дрель невозможно купить. Я ее купил. Она мне очень много помогла. Скажем так, хорошо сделана рукоятка под прорезиненная. Ни разу не подвела. Хорошо в руке лежит. Модель дрели ДТ-115. Ни разу не пожалел, что я купил. Очень хорошая вещь. Не думаю, что уступает Bosch или Makita. Приятно ей работать. Думаю, кому-то будет полезный мой видеообзор этой дрели. Покупайте, наслаждайтесь работой. Всего только хорошего. До свидания.